С 9 июля в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее проходит необычная выставка стеклянных скульптур художницы Анды Мункевице «Синие кони на озере». На выставке представлены стеклянные скульптуры, декоры, росписи по стеклу, а также графические работы. Анда Мункевице – известный художник и дизайнер по стеклу. Благодаря фундаментальным знаниям и поиску новых средств художественного выражения в технологиях стекольного искусства, Анда Мункевице входит в число самых выдающихся представителей стеклянного дизайна в Балтии и Европе. Она работала над дизайном сцены конкурса Евровидения в Риге, витражами для капеллы Марии Рижского Домского собора, а также над мемориалом в память о Залитутской трагедии. Стекло в 21 веке очень-очень важный материал. В принципе, это его пик, я считаю. Я думаю, не одна я, потому что технология стекла, она себя доказала в том, что стекло может быть прочный материал, и в том же одновременно он и прозрачный материал, то есть мы не загружаем пространство и отражающий при этом. И это есть узверс гайенс, в использовании его в архитектуре и в интерьере. Латгалия в наших сердцах, особенно тем, что это для нас, латышей, как специальное место для озеров. И я тут подобрала свою одну работу, которая называется «Синие лошади». Я их экспонирую как раз в озере. И озеро – это не такое натуральное восприятие, но это символическое место, где связывается небо и земля. И посередине – это мы, люди, и все живущие, которые здесь находятся. На сегодняшний день в Латвии и за рубежом прошло 14 персональных выставок Анды Мункевице. Она участвовала в более чем 60 групповых выставках, фестивалях, биенналях и симпозиумах в Латвии, а также за ее пределами, где получила ряд важных наград. Работы художницы можно найти в музеях и художественных галереях Латвии и других стран мира. До 29 сентября стеклянные скульптуры, декоры и графику Анды Мункевице можно будет увидеть в Даугавпилсском краеведческом художественном музее. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.